Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, сколько россиян на сегодня курят, как четырехкратное увеличение средней стоимости сигарет отразится на поведении курильщиков и что люди в целом думают о запрете на рекламу табака. Итак, курит сегодня треть взрослого населения России, причем каждый пятый ежедневно выкуривает не менее пачки. Однако все больше становится тех, кто смог отказаться от вредной привычки с 8 до 11% за последние годы. Будет способствовать этому и повышение средней стоимости пачки сигарет до 150 рублей. Опрос показал, что почти треть курильщиков готовы отказаться от табака за такую цену. Еще 28% планируют курить реже, чем сейчас. Меньше тех, кто собирается перейти на дешевые сигареты – 13%. Немногие признаются, что готовы покупать нелегальный товар, а 23% курильщиков сообщили, что даже четырехкратное повышение средней стоимости сигарет никак не повлияет на их поведение.